Сергей Вельчинский, Михаил Михайлович, с победой, молодцы. Вопрос следующий. Несколько удивил такой крен в атаку. Сулейманов, Пеняев, Глушенков и даже Миранчук, в общем-то, атакующие игроки. Правда, Сергею Пеняеву пришлось много играть, так скажем, в оттяжке. Несколько слов об этом. Почему именно решили такую конфигурацию атакующих действий? Но мы понимали прекрасно, что в переходных фазах нам очень важно иметь быстрых игроков, которые из перехвата будут играть в быструю атаку, большим количеством выбегать, да. И когда мы будем на мяче, нам необходимо было создавать численное преимущество за счет Миранчука, да, в середине поля. Поэтому здесь, я думаю, что выбор оправдан. Понятно, что Сереге Пеняеву пришлось большой объем черновой работы проделать, да, и, в принципе, его функционал, опять же, там, заменил, вышли на замену Самошников, да, но мы предполагали этот характер игры и, в принципе, очень дисциплинированно и организованно сыграли в среднем блоке в обороне и справились с тем давлением, когда соперник очень много делал доставок с фланга, да, передач в штрафную получить. Поэтому, и тем более, но мы немножко тактически перестроились во втором тайме в три опорных, да, там у нас фактически Сельянов, Ниамси и Морозов выполняли тройку центральных защитников, потому что понимали, что после 75-й минуты, как правило, Ростов усиливает давление свежими заменами, и этот тактический ход мы тоже в голове держали. Поэтому и тактическое перестроение тоже, я думаю, что оправдало себя. Очень понравился Алексей Батраков на позиции опорного полузащитника. Как я понимаю, он на данный момент выигрывает борьбу за место у Артема Карпукаса. Ну, я думаю, что не надо быть столь категоричным в оценках, да, что Карпукас – это тот игрок, который, в принципе, фундаментальный для «Локомотива». Да, он очень хороший матч проводил. Но сегодняшний день таков, что Батраков рвется и стучится в основной состав. Он хороший матч провел, выходя на замену. И сегодня, в принципе, был очень прилично выглядел. Да, поэтому свой молодой парень шанс будет получать. А кто будет сильнее? Кто... И самое главное, даже не то, что сильнее, а по состоянию своему функционалу. Функциональному, на конкретный день, конкретный эпизод, тот и будет, тому будет отдаваться предпочтение. И опять же, тот, с кем, соперником, с кем мы будем играть, какой характер игры нам предстоит. Спасибо. Романов Роман Романович, в продолжении вот вопроса коллег, коллеги, состав даже сверхатакующим я бы оценил, потому что, ну, Мета играл слева в обороне при наличии в запасе там, двух профильных фланговых защитников, ну как минимум двух. Батраков, который я просто с ним из одного города, еще с юноши его хорошо знаю, из Орехово-Зуево, с родины футбола, и с родины российского футбола. И он больше мне известен всегда как атакующий все-таки игрок. Здесь вы его использовали опорным полузащитником, и он смотрелся, ну, мне кажется, очень неплохо на этой позиции. Вот это прокомментируйте именно такую атакующую направленность. Ну, что касается Митая, Митай изначально крайний защитник, да, что он... И в национальной сборной своей у нас он в этой позиции всегда играл, он чувствует себя комфортно. Когда требует ситуация, он может выходить и играть на позиции опорного полузащитника. Да? Это первое. Что касается Батракова, тот функционал, когда он может из глубины начинать атаки, разгонять их, и в принципе достаточно мобилен. Вот это самое главное, что он успевает покрывать расстояние, и он очень много сегодня выиграл единоборство и успевал помогать. Ну, Диме Барину, вот, то есть объем большой сделал. Но давайте мы сейчас не будем перехваливать, да, надо планомерно готовить его для выступления за «Локомотив» и, самое главное, на следующий год, потому что у нас хорошая команда, молодая команда, где ребята, еще раз говорю, свои воспитанники, они стучатся в дверь, и надо давать им шанс в равной конкуренции проявлять себя. Еще маленький опрос. Я так понимаю, Алексей готов все 90 минут играть, потому что вы... Ну, много замен сегодня сделали, а ему на его позиции, с его объемом он доиграл все. Уровень готовности его позволяет выдерживать весь матч. Он провел полноценный сбор, он тренирует с нами постоянно и полноценно. Он готов дальше уже, как игры покажут, насколько он будет полезен в той или иной ситуации. Спасибо. Есть еще вопрос, коллеги?
Михаил Мажаровский, РБ Спорт. Михаил Михайлович, правильно понимаю, что Артем Дзюба не выходит на поле, чтобы у Локомотива, чтобы его контракт с Локомотивом не был продлен? Или же он проигрывает на данный момент конкуренцию всем нападающим? Можете прокомментировать эту ситуацию, пожалуйста? Какую ситуацию? С игровым временем Артема Дзюбы. Ну, игровое время мы уже неоднократно говорили. Вы на наши матчи приходите? Да, вы на прошлой пресс-конференции были? На прошлой нет, в микс-зоне был. Да, хорошо. Еще раз, Артем часть нашей команды. Артем выполняет очень большую роль в коллективе. И то, что он делал для команды и в прошлом сезоне, это большое ему уважение. Что и то, что он делает сейчас. Но опять, есть сегодня ситуация, когда характер игры подсказывает и диктует, что нам необходимо выходить в более ином, другом сочетании. Да? И, в принципе, тренерский штаб это устраивает. Понятно, что ему неприятно, понятно, что он хочет играть. И, безусловно, что он с этим не смирился, но это надо четко понимать. Поэтому здесь в этом плане... Опять, вы видели матчи, когда соперник обороняется низко, и наличие игрока фактурного в штрафной площади необходимо. Да, он выходил, да, и вопрос другой, было ли это оправдано, приносило ли это пользу, это вопрос уже другой. Сегодня необходимы были игроки, которые будут успевать покрывать расстояние, которые будут более мобильны и так далее. Что касается вопроса контракта, я контрактами не занимаюсь игроками. Это вопрос адресуйте руководству клуба. Так же, как и по остальным футболистам, у большой группы игроков, так же, как и по тренерскому составу.